Добрый вечер, мои дорогие друзья. Продолжаем мой цикл, рубрику «Прогулки с композитором». На этот раз я решил сделать музыкальную прогулку с композитором Семеном Рабаевым по городу Дербент. Ребята, вы не представляете, как тут красиво и умопомрачительно. Новая композиция «Сказка Востока» и небольшой рассказ о моей родине. Город Дербент. Городу насчитывается более 5000 лет. Дербент дословно переводится «дарбанд», с персидского «железные ворота». Когда-то через них не мог пройти даже Александр Македонский. Дербент находится у подножья гор. Я хочу вам показать крепость Нарын-Кала. Это древнейшая крепость, насчитывается более 5000 лет. Очень потрясные и красивые виды. Друзья, приезжайте сюда, вы нисколько не пожалеете. Тут есть красивый ресторан «Дамир Хапы». Вы можете здесь запечатлеть на память. Есть здесь голуби и даже павлины. Вот тут хозяйка такая, Нафиса. Она предлагает сделать фотографии с настоящими павлинами. Вот хозяюшка, вот она любезно предлагает свои услуги. Вот обращайтесь, слово «композитор» волшебное. Вот такие павлины, не летающие. И молодые запускают на счастье голубей. Вот вход, входная группа в крепость Нарын-Кала. Здесь есть наши друзья, сувенирная лавка, или, как говорят сегодня, сувенирный бутик. Супруги тут работают, Сабина и Алискер. Всему миру помашите. Если вам что-то надо, вы хотите много купить, волшебное слово «композитор», и вас тут обслужат по-лучшему. Прохладительные напитки, чай, кофе, мороженое, баданджон. Тут есть абсолютно все. Всем-всем. Всем отправляем. Это вот так семейная пара. Кому? Всему миру, брат. На YouTube зальем, отправим. Помашите. Вот так-то всему миру. Шалом. Шалом. Салам алейкум. Теперь самое красивое, что я хотел. Шарики для детей. И, конечно, теперь я хочу вам показать. Нафиса машет рукой. Приезжайте запускать голубей. Крепость Нарын-Кала. Завтра я буду здесь делать экскурсию. Вы сможете посмотреть, что это такое действительно. Дербент находится у подножья гор и у побережья моря. Дело в том, что Дербент – это город, который расположен на низвесе. Люди любят мое фортепиано, делают фотографии, это уже раритет. Ну, конечно, оно объехало 23 города России, поэтому вот так вот. И, конечно, «Сказка Востока» передает истинную картину города Дербента. Вот так выглядит Дербент. Вы знаете, когда-то в детстве мы жили на проспекте, Махачкалинский проспект, потом проспект Казимагомеда Агасиева, и 9 магалов мы дружили всегда и были братьями с азербайджанцами, 9 магалов. Сегодня я хочу сказать, что практически магал и город слились. Нету различий. Вы видите вдали море. На том берегу у нас Иран. Машем рукой всем мира. Вот такие красивые пейзажи. Город очень сильно разросся. Кстати, когда едешь из Махачкалы, раньше мы ехали на не очень скоростных машинах, 2 часа 20 минут. Вдоль дороги тянулись виноградники. Средний возраст виноградника 25 лет. Приезжайте сюда, тут красивые упомрачительные сады. И, конечно, очень много людей сюда приходит. Особенно много молодых сюда приходят расписаться. Тут проходят браки, регистрации. И
смотрите, этим камням более 5000 лет. Да, и хотелось сказать, как такое было возможно? Все было очень просто. Вот эти камни, они морские, и смазывали глиной, и птичьим помётом. Эти камни стояли до сих пор. Справа и слева тянулись такие крепостные стены. Внизу были шуринские ворота, через которые иногда приходили гости. А здесь внизу жили люди. Музыкальная прогулка с композитором. Я люблю вас, ваш друг, дербентский земляк, композитор Семен Рабаев. Музыкальный привет всему миру. До встречи.